У каждой недели моды свои официальные партнеры. И международная неделя Estet Fashion Week не исключение. Мы на первом этаже ювелирного дома Estet. Посмотрим, какие официальные партнеры представлены именно здесь. Меня зовут Анна. Я представляю свою брендовую коллекцию Amour Style, которая занимается костюмами для фотосессии в основном. Съемочные. Вот представлена одна модель. Значит, здесь мы представляем и аксессуары, и шляпки, и в дальнейшем платья у нас будут. Так что мы участвуем каждый сезон, и нам очень нравится. Здесь постоянно новые люди, разные, значит, вкусы у всех, то есть по-любому кому-то что-то нравится. А скажите, пожалуйста, что вам дает Estet Fashion Week? Ну, какие-то там бонусы, привилегии, возможно, что-то вам здесь очень-очень нравится и подходит? Мне здесь очень нравится атмосфера, во-первых, красота, очень уютно, красиво, эстетично, и люди здесь разные, и детки, и взрослые. Estet дает подъем, наверное, в карьерном росте, потому что общение с людьми, знакомство и в дальнейшем развитие именно в бизнесе для каждого. Так что Estet – это сила. Добрый вечер. Расскажите поподробнее, пожалуйста, о вашем бренде. Вы здесь сидите среди таких ярких вещей, предметов. Очень интересно, что же это такое и как называется ваш бренд? Здравствуйте. Мой бренд называется моим именем, Евгения Наумова. Соответственно, вот логотип. Я делаю платки и палантины со своими принтами. То есть это все я рисую вручную и затем печатаю на производстве. Все принты уникальные, и это все авторская работа. Также я сотрудничаю с производством, которое делает кожаные изделия, сумки, различные рюкзаки, и они также печатают мои принты. Это все можно использовать в комплекте. Скажите, вы первый год сотрудничаете с неделей международной Estet Fashion Week? Да, первый раз. Первый год. Ну и как вам? Как впечатление? Открытие было очень красивым, очень ярким. Все очень понравилось. Будем ждать дальнейшего развития. Спасибо большое. Спасибо. Мы тоже ждем дальнейшего развития и вам желаем успехов. Спасибо. Слышали, что вы дизайнер данных изделий. Расскажите, пожалуйста, о вашем бренде подробнее и о себе. Здравствуйте, меня зовут Перминова Ольга. Я дизайнер фирмы «Мехико». Нашей фирме уже 20 лет. В этом году у нас год юбилейный. Здесь мы представили новые свои коллекции. Участвовать нам на неделе моды в Эстете очень нравится. Здесь очень хорошая публика благодарная, которая умеет ценить труд людей, понимает это прекрасно, любит меха. Так что приходите к нам, померите и ждем вас за покупками.
Бионикас. Я дизайнер украшений. На этой неделе моды в эстете я представляю свой стенд со своими украшениями. Это авторские украшения ручной работы из натуральных камней. И мои подруги, партнеры, которые представляют шляпы. Это трио незабудки Silk. И творческие вот тандем мы создаем здесь красоту для девушек. Покажите и расскажите немного о ваших изделиях. С удовольствием. Вот можно пройти посмотреть. Здесь как раз представлены украшения. Сейчас очень модные броши. Броши с натуральными камнями, аметист, цитрин, паучки. Аметисты не обработаны. Это как сейчас очень модные необработанные камни, друзы, кристаллические друзы, срезы агатов. Вот представлены модели, разные широкие браслеты и, конечно же, эффектные перстни с натуральными крупными камнями, которые всегда в моде, которые всегда очень эффектно, красиво смотрятся и подчеркивают индивидуальность каждой девушки. Скажите, который год, который сезон вы участвуете на неделе моды Эстет Фэшн Вик? На самом деле для меня была большая честь, что в 2016 году я получила титул «Миссис Эстет». И для меня это огромная честь, и мы сейчас очень дружим. Я являюсь партнером ювелирного дома Эстет и стараюсь каждый год выставляться. В прошлом году весной я выставляла свои украшения на 6-м этаже. В этом году решила попробовать здесь выставить украшения. Так что я очень люблю ювелирный дом Эстет, прекрасно с ними дружу и стараюсь не пропускать каждую неделю моды. А что бы вы пожелали не только ювелирному дому, а именно неделе моды? Хочу пожелать как можно больше людей, красивых, прекрасных, которые интересуются модой, которые хотят творить, развиваться, идти вперед. И, в принципе, всем людям я бы хотела пожелать счастья, любви, жить и радоваться жизни, и заниматься своим любимым делом, и просто быть счастливыми. Это самое главное. Это самое главное. Согласна, да. Большое вам спасибо за интервью. Хорошего вам вечера. Благодарю. Отличного настроения. Спасибо большое. И вам всего хорошего. Прекрасный у вас стенд, прекрасные наряды. Расскажите, пожалуйста, подробнее о своей компании. Здравствуйте. Наша компания To Be Bright. Компания с 2005 года в России. Компании работают свои дизайнеры, то есть российские дизайнеры разрабатываются модельки здесь, в России. Отшиваются также, но есть модели здесь, отшиваются. Все подогнано под наши стандартные российские уже фигуры, то есть не китайские идут. Также модели все расшиты вручную. То есть наклеен ничего нет, все расшито и хорошо очень садится. Также наши модели, точнее наши платья надевают звезды, выступают. И на многих показах также в наших платьях выходят. А какие, например, звезды? То есть кто конкретно? Скулкина Екатерина, потом Гусева. Есть модели более пышные, более торжественные, есть более лаконичные, то есть идут, которые по фигуре называются русалки. Модельки более спокойные, то есть они в вечернем освещении просто мерцают. И в предневном освещении смотрятся не слишком ярко, а более спокойно. Также есть модели, которые яркие, эффектные. Смотрите, здесь все расшито, и самое здесь, смотрите, получается на спинке. Спинка у нас полностью открыта, платье садится чудесно, а на фигуре смотрится изящно, я так хочу сказать. Меня зовут Василина Игнатьева, моя фамилия, я представляю бренд «С вами. Мастерская уникальных украшений». Техника плетение наших работ – это ювелирное микромакраме с использованием натуральных самоцветов.
А вы дизайнер этих украшений? Ну, основатель бренда и дизайнер, да, и автор работы. Скажите подробнее о ваших работах. Возможно, какие-то есть настолько уникальные, что вы хотели бы поделиться ими с нами и рассказать о них подробнее. Ну, я могу сказать о своих работах, что каждая работа абсолютно уникальна, так как природа нашей планеты, так как общение с людьми, поскольку в каждой работе использованы натуральные камни, они в природе не повторяются, соответственно, повторить невозможно. И каждое изделие уникально. А вы впервые принимаете участие в Estate Fashion Week? Да. Да. И как вам здесь? Нравится? Не нравится? Как публика? Мне здесь нравится, конечно, безусловно. Я думаю, что это интересный проект. А по результатам еще, о результатах рано судить, поскольку сегодня только третий день. А ваш бренд, он откуда? Из Москвы или из какого-то другого города? Наш бренд имеет корни в Тольятти. Угу. Это город на Волге, да. А у вас там точка основная находится именно там? Или здесь, в Москве, тоже есть? У нас мастерская, которая находится в Тольятти, да. Используются разные камни от кораллов, диапсидов, гематита, яшмы теплый, лабрадорит шикарный. На любой вкус и цвет, как говорится. Очень красивый этот камень, очень теплый, и при повороте под определенным углом он передает все цвета радуги. Несмотря на то, что с виду просто серенький, в определенных условиях он становится королевским камнем. А как происходит отбор камней? То есть, как вы понимаете, какой взять и какой нет? Центр любого изделия – это сам камень. Интуитивное восприятие, а потом рождается само изделие. Сначала эскиз, расчет, а потом уже воплощение. Долго, наверное, кропотливая работа, да? Безусловно. Есть работы, которые выполняются порядка 2 месяцев. Пожелать удачи прежде всего, отмечать красивые юбилеи наших великих дизайнеров и дальше приглашать нас на выставки, радовать нас. Желаем вам, чтобы и ваши изделия продолжали радовать. Благодарю. Спасибо за интервью.